У входа в концертный зал скопление людей. Для ивент-холл эта толпа как капля в море. Еще бы, несколько десятков журналистов, операторов и фотографов просто теряются в зале. Он вмещает 2500 человек. Простое движение пульта, ряды убираются один за другим. Всего несколько минут, и зал готов принять уже 5000 человек. Крокус Сити Холл, известный всем зал, который считается на сегодня главной концертной площадкой страны, для нас стал таким аналогом, на основе которого мы создавали свою концепцию. Мы старались обеспечить в нашем зале те возможности современные, функциональные, которые позволят городу и нашему региону принимать звезд, артистов, звезд эстрады практически мирового уровня. Этот зал готов ко всему, начиная от спортивных мероприятий и заканчивая крупными театральными постановками. Площадка может работать и как выставочный зал. Но все-таки главное в названии слово «концертный». Такое же звуковое оборудование есть в Большом театре и Крокус Сити Холл. Сцена-трансформер увеличивается до 400 квадратных метров. Звезды российского и мирового шоу-бизнеса уже оценили эту площадку. Солисты хора турецкого, например, назвали ее одной из лучших в стране. Рикардо Фолье был в восторге и от гримерок, и от публики, и от зала. По его мнению, это одна из лучших концертных площадок Европы. Зал новый, в Воронеже это впервые, такое большое количество мест, это очень интересно. Я считаю, что Воронеж именно вырос и вышел на особо другой уровень. Вот, и на самом деле в перспективе будут посещать нас звезды. Интересное только начинается, обещают создатели ивент-холл. Теперь Воронеж открыт и для мировых звезд. Уже 2 июня здесь выступит солистка группы Nightwish Тарья Турунин. Уже ведутся переговоры с Хулио Иглесиасом, группой Pet Shop Boys и цирком Дю Солей. Эта площадка может принять всех.